Мы ему прокачали полностью юмпик. Бам! Ну это не прекрасно же. Ну и самое главное. Эмоция. Давайте ее возьмем сразу же в коллекцию. На самый главный план, то что... Чтобы он знал, что у него есть такая тема. И плюс еще у него крылышки. И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы знаете, где вы и что у нас тут происходит. Легендарная прокачка аккаунта вернулась, легендарная, потому что этот чел выиграл прокачку у меня где? В прошлом ролике, в этом ролике, вот вы где-нибудь его тут увидите. Если вы тоже хотите прокачку, то давайте обязательно залетайте на мой конкурс, просто репостите, подписывайтесь и надеюсь, что вы выиграете. Не только прокачки, там и ваучеры, и подарки, и пропуска, каждый раз постоянно что-то выигрываете. Ребят, в общем, прокачки будут часто сейчас. С вас лайк, подписка на канал, обязательно подписочка на канал. Ну а теперь погнали к чуваку. Мы сейчас будем собирать пополнение. Первое пополнение, это у нас такая вот масочка. Масочку мы забрали, окей. Второе, это вот такая вот, такой вот рюкзак. Кстати, рюкзак классный, за рюкзак, респект. А третье, это у нас вот такая вот ястреб, по-моему, да, ястреб. О, еще конь. Наденем сразу. Он меня попросил забрать вот этого вот зомби-самурая. Погнали. Выключаем музыку. И давайте огонь. Огонь, давайте огонь. Стреляем. Пау! Я плохо стреляю, ребят. Оп! Оп! Первое пошло. И это у нас катана опасное проникновение. Погнали, еще крутим. Тик. Ну, инкубаторский купон. Это фигня, но мне нужен. Хотя обе, вот это вот. Все. Пропуск сразу, это нужно сразу покупать. Это прям обязательно. Это прям строго обязательно. Спорткар получаем дополнительно на халяву. Так, что дальше? Погнали в жаркий момент. Окей, получаем золотой дракон. Так, еще 30 до получения 50% скидки. Да вы офигеть. Ну ладно, давайте это сделаем. Крутим. Хочу ему выбить этот жаркий момент. А что мне нужно? Мне просто нужно крутить и все. Еще 15 скидки. То есть там будет по 40 алмазов, по-моему, прокрут. Неплохо. Жаркий момент начался. Все. У меня есть 30 минут, чтобы это выбить. Где набор? Все, плюс наборчик есть, все забрали, все отлично. О, вот это нужно забрать. Я думаю, мы уберем скар и уберем грозу. Подтвердить. Крутим. Пропускаем. Сразу 14 выбиваем. Блин, они, кстати, круто сделали то, что добавили сюда чисто все оружие только навсегда. Это прикольно. Я думал, что с последней попытки опять выбью. Так, Томпсон мы забрали дополнительно. Давайте вот это забираем, этот забираем. 560 алмазов у нас остается. И мы продолжаем, ребят. Ну и прошла где-то неделя, может даже больше. И я продолжаю качать этот же аккаунт. Это тот самый парень, который выиграл у меня, ну, собственно, приз. 9695 алмазов еще пополнили мы ему. Вот, и, собственно, пополнение мне пришло где-то, наверное, через 3 дня только. Вот, и я дополнительно еще задонатил. Новый юмпик вышел. Это новая крутейшая эволюция. Ну, это стоит забирать, это 100%. Вот, поэтому погнали, вот это убираем. Активируем. Бесплатная попыточка, погнали с бесплатной, выбьем. Давай с бесплатной. Не? Не. Не в этот раз. Погнали дальше, сразу же. Крутим. Дробаш, пускай будет 24 часа, нормально. Еще крутим. Я думаю, я практически все алмазы потрачу на этот юм. И с последней попытки. С последней попытки мы собираем этот юм. Юм, конечно, вы забрали. 110 алмазов. Это на 11 штучек. Тут
Давайте я попытаюсь выбить. Вот, две штуки открою чисто ради эксперимента. 3,9. Давайте тогда закупим сразу 100. Или меньше. Давайте по 500 вот так вот покупать. Чтобы со скидочкой собирать сразу же. Я думаю, вот так вот можно будет окупиться. Покрутили, погнали в эволюцию, сразу заходим и погнали качать. А, 523 штуки у нас есть. Качаем, бац, второй уровень есть. Давайте третий сразу же, тоже бац, третий уровень открылся, новый вид. Четвертый уровень, тоже можно качнуть. Погнали, пам, эффект при попадании. Пятый уровень тоже можем качнуть. Бам, и вот такой эффект при убийстве будет. Симпа, и эффект при стрельбе. 400 нам нужно. И тут еще, это только до 6 уровня 400 нужно. Так сколько нам алмазов? 3200. Это же пипец сколько много. Это больше десятки уходит. 1000 алмазов. Это же очень много. Стоп. Круто же, когда у чувака есть полностью прокачанная какая-нибудь эволюция. И он может использовать эмоцию. Может полностью с этой пушечкой играть. Это же будет вообще офигенно. Пятый уровень уже доступен будет. Да, пятый уровень доступен. Неплохо. Пам, новый вид. И открыта новая способность. То есть повышенный урон в течение 100 секунд. Неплохо. И нам нужно 600. Давайте, по 10 штук. Я надеюсь, у него купонов еще много. Еще очень много не хватает. Ладно, давайте все-таки еще додонатим ему. 500 алмазов можно донатить. Еще пополнение отзывом будет. Сколько там нужно пополнение? 500. Давайте ему додонатим 500 алмазов. А я пока что иду опять на пау. Все, мы, собственно, задонатили 4000 алмазов. Еще дополнительно мы ему приобрели. Сейчас заберем еще пополнение. Раз забрали. Два забрали. Вот такую вот еще... Вот такой вот рюкзак. Еще отзыв заберем ему дополнительно. Пускай будет. Окей, окей. Юмтень пуэх. Все, отлично. Погнали, в оружие. Заходим. 4300 у нас алмазиков. Давайте еще крутить. Мне кажется, это полный провал, что я затеял эту тему. Но я надеюсь, что я ему прокачаю. Близки к этому. Да, да, осталось чуть-чуть. Ребят, чуть-чуть осталось. Вот реально чуть-чуть. Погнали, погнали. Один, наверное, прокрут, мне кажется. Один всего лишь прокрут. Все, три штучки осталось. За 30 покупаем. И все, мы ему прокачали полностью юмпик. Пам. Ну это не прекрасно же. Ну и самое главное, Эмоция. Давайте ее возьмем сразу же в коллекцию. На самый главный план, то что, чтобы он знал, что у него есть такая тема. И плюс еще у него крылышки. Жабка лучше. Все. Вот поменяли ему еще никнейм дополнительно. Так, что у нас падает? Пау. Раз, два. Угу. Так, и что у нас упало? 4 штучки. Ну, стеночку можно забрать. Стеночку забрали. Раз. Ярмарочный тир. Понимаю, я не умею разговаривать. Ладно, давайте попробуем. 10. Оп. И сколько нам дают? 12. А забрать? Давайте вот это заберем. Скейтическую маску забрали. Так, остается 598 алмазов. Я не знаю, на что потратить. Ну вот честно. Вот понятия не имею. Давайте крутану. 9 алмазов. Ну-ка, как всегда, купоны. Неплохо. Давайте еще крутанем. Понял. Не хочу больше крутить. Погнали, короче, крутанем еще вот эту вот тему. Пусть будет. Итак. Раз, два. Понял. Два жетона. Понимаю. Давай, пожалуйста. Нам нужно наборчик забрать и все.
И просто все. Я понял вас. Вопросов нет. Ну и, в принципе, на этом я буду заканчивать эту прокачку. Я думаю, это было классно. Юмпик, мы ему прокачали. Ну а с вами был я, Жабка. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Не забывайте репостить запись. Ну, в принципе, спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Чао.